Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в мире Endless Space 2. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо вы можете найти ее в описании к видео. Ведь всегда интереснее смотреть сериал не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Вот построил чудо кто-то, Endless, бесконечный исследовательский парк и бесконечный мир. Так, супермаркет пока отменим. Одну минорную фракцию встретили. Так, ну мне бы еще, блин, ну тут какие-то пираты есть явно. Но мне надо, видимо, Фидикс и Дюсей и Графилос заселять. 3 из 6, это будет 4 из 6, 5, 6, ну вот эти вот системы, которые рядышком. Тут всего одна планета. Слушайте, Анаус. В принципе, неплохая система, и как бы недалеко от меня, может, Наус лучше заселить. Полететь его исследовать, посмотреть, что там. Что там интересного? Смотрите, Демоникс. Тут 5 планет уже заселил, и тут 4, то есть 9 планет заселенные. Ну, видимо, вот и все. Не, я это лечу не к тебе, я лечу к этому. К кому? Ну, как его звать-то, господи? К Маврам. То есть они ничего не смущают. А то, что у тебя сзади еще там этот флотилия одна. Ну, их две. По 4 летят. Красиво летят. Ну, одни, чтобы это забирать, а вторые, чтобы на них мавры не напали. Всего. Что-то там Демоникс прям прессует. Нигде нету миноров. Красного. Ну и 4 этих, то вряд ли что сделал. Квест такой тупой выбрался за фракцию. Первый самый. Следуйте 5 феноменов с героем ниже 3 уровня. Вон Демоникс у тебя справа, Калгераса есть. Лети к ним. Мне к ним лететь на 2 хода дольше, чем до этих, до твоих. Ну, как бы так-то ты прям ко мне, к этому летишь, к центру, да? Короче, ясно. Окей. Я постою у них и свалю. Угу. Ну, давай посмотрим.
Сюда мне надо по квесту прилететь. Еще. Наус как раз надо исследовать по квесту Академии. Вообще надо бы и флот поднастроить. Так, пустыня. Лава, а как мне пустынный мир, где он? Ага, вот. Оранжевый первый 10 любопытностей исследовал. Да, мне нужно... Вот это корабли военные. Так, давайте по планетам пройдемся. Тут модификация до второго уровня. Еда, а это денежки. Ну вот, плюс 25% когда счастлив. И торговая компания. Так, на этой планете колонизирую планету. Это наука. Это производство. Пацифистов все больше, я смотрю, тут у меня. Так, сколько тут ходов? Два хода. Ну, пока сохраним тогда денежки. Будем копить деньги для ускорения колонизации другой системы. Надо подумать еще, какую шестую колонизировать. Дюсей, Фидикс. Так, опять плюс 30 в системах науки, но минус 20 культуры. Увеличивает поддержку научников. Да, так и сделаем. Сто 120 промышленности или 120 науки. То есть спасти житель, либо спасти ядро. Давайте промышленность и науку. То есть надо производить как минимум 120 промышленности, 120 науки. Это общий квест, как минимум 496 праха надо производить. Всем вместе. Блин, прям хочется все-таки принять этот... еды. Но еды у меня достаточно. Вот эту вот, чтобы плюс 3 передвижения на корабли. Давайте следующим ходом.
Вот это, наверное, отменю. Пока у меня денег достаточно. А хотя плюс 19, а так плюс 76. Просто я сейчас походил уже всеми кораблями. Брать плюс 3 бессмысленно несколько. То есть зеленый и оранжевый где-то тут должны быть. Так, что я получил? Compact Warp Methods. Технология открылась. Так, инкубатор. Так, давайте приму плюс к передвижению кораблей. Минус 20, блин. Прихода. Плюс 20% к науке. Так, открыл военные корабли. У меня опять десинг делать. Ну, это, видимо, из-за того, что мастер перезаходил. Че, ну, давайте сделаем начало. Так, опять увеличение количества сафонов. По идее, науки должно быть вообще немерено. Уже. Тысяча вход. Неплохо так. 1000 вход, это очень даже неплохо. Вот денежки, еда, производство. Сначала производство, потом еду. Какой мы будем колонии, собственно, одинаковые. Маленькие саванны. Ну, вот тут отличные. Во-первых, две классных аномалии. А во-вторых, еще и ресурс. И квест выполнил. От
отвести Горацио корабль. Как минимум с одним слотом. Voidstone — это стратегический ресурс. Плюс 5 еды за каждого жителя на планете, ну, на планете типа Барон, когда колонизировано. Что-то ты, мастер, со мной женским голосом разговариваешь. И как давно уже это продолжается? Вот только что началось, поэтому, думаю, поправимо. Шифруется. Маленькая саванна. Да, давайте ускорим за денежки. 7 ходов. Так, это какой-то квестовый корабль. Lost Garatio. В Пардалис мне надо. И тут в Пардалис. Так. А, мне надо этот корабль отправить в одну из моих систем, где как минимум 3 слота для жителей есть. Ну, мою столичную систему, в принципе. Да, минус 5 к науке, но зато что-то там можно будет открыть. Блин, и тут еще, конечно, эти пираты летают. Thank you.
Так, ну это с аномалиями это сработает, потому что у меня аномалий тут куча. Ну чё, Димоник, сколько ещё будешь качать оттуда? Так, тут всё норм. Так, давайте улучшим корабли. Вот это атакующий, как я понимаю. Угу, оружие не открыто. Так, значит, мне нужно оружие для моих кораблей открыть, которое будет титан потреблять, либо... Тебе мешают 4 моих корабликов? Ну, мне вообще так напрягают, знаешь. Они все равно ничего ж не сделают. 4-то корабля. Ну, да, пусть они улетят просто где-нибудь, ничего не делают в другом месте. Другого далеко. Слишком далеко. Явно не дальше, чем до сюда. Ну, походу, дальше лететь. Отменились законы. Ну, типа, нехватка культуры. О, апгрейд 3 уровень. Но у меня, по-моему, там нету ресурсов для счастья. А модернизация нельзя поменять никак? Система, я имею в виду ресурс роскоши. По-моему, нет. Не получил никакой награды. Ваше участие было слишком невеликим, чтобы получить награду. Да, и на третьем уровне я, по-моему, ничего не могу зафигачить. Нехватка компонентов. Я что-нибудь добываю вообще? Плюс ноль. Вот, плюс 2, и это плюс 0, значит. Вот это я могу сделать компонентом, и что он будет давать? А, золото. Но мне нужно еще какой-то ресурс добывать, ресурс счастья. Ну, давайте вот смотреть, здесь есть что-нибудь? Нету. Здесь эти поды дебильные, которые у меня и так есть. А на графосе... Тоже ничего нет, вот в чем проблема. У меня нету ресурсов. Хорошо, вот этот Геракльс. Вот есть грибы. Вот Хека с грибами. Походу мне эту Хеку надо колонизировать. Жалко. Так, у меня все планетки как бы рядышком со мной. Корабли.
Все еще нет ничего. Я хочу просто открыть оружие, которое Титан будет использовать. Вот еще одна. Тут одна. Так, нужно еще один построить колониальный корабль. А чё не все отменяется у меня? Ну вообще денег у меня дофига, так может и не принимать тогда закон раскультуры нету. Так, это я выполнил. 80 культуры получил. Все, на этом квест закончился, что ли? Да. Так, тут производство хотя бы появилось. Торпедомодуль. Ага, вот тут еще один. Технология не выбрана для исследования. Торговая компания построена. Теперь можно... Так, инкубатор еще один. Так, какую там систему? В НАСе. Сколько осталось ходов? 4. Какой-то корабль получил.
эту адамантию. Так, давайте, во-первых, двигатель крутой сделаем. Да, это слишком много требуется. Ну, блин, давайте вот это на три движения корабля все-таки возьмем. Так, я хотел Хеку колонизировать. The Vodiani and our church acknowledge you. А, так у нас двое водяных в игре. Да, было двое. Если там его еще не вынесли, то да, двое. Димоникс, предлагаю тебе свалить. А чё так? Ну, потому что там уже всё, нечего тырить. Спорчите люто, читер. Ладно, ухожу. Же капец. Просто нечего. Ты, получается, трансперсом можешь при желании и систему брать? Не понял. Ну, ты можешь этим ковчегом захватывать систему, правильно? Да, могу, но не буду. Офигеть. Потому что мне надо войну объявлять. Ну там другая фишка. Там, короче, берешь на ковчег, садишь модуль, который дает, ну, силу вторжения. Вот. И один ковчег несет 200 танков. Это просто не контрится. Так, в какую мы систему его посадим? В Цефеус. За мою нацию вдвойне обидно население терять, мне его отстраивать же. А пока у меня флот будет в космопорции, ты ж не можешь на него правильно нападать? Нет, долговато. Трансформация. Галактики. Я 50% галактики уже исследовал. Кто больше? У меня только 20.
Да, блин, хоревы все планеты. Демоник с первого героя, первым героя до 9 уровня прокачал. Просто сидел и ничего не делал. Так, он должен этого вынести, да. Отлично. Битва какая-то идет между желтым и зеленым и оранжевым. А вот в этих торговых компаниях увеличение числа флота, вот это вот. Что это вообще дает? Оно дает прирост золота, ресурсов, науки. Ну, всего, чего дает тебе сама компания. Короче, чем больше, тем лучше. Корабль обратно в космопорт можно посадить? Так, Арктик. Да. Как нам Арктик планету? Конец хода. Корабль на корабль. Меня трансперсонал заберет, я думаю. Чё тебя? Трансперсонал меня захватит, скорее всего. Ну, хватит мне эти планеты показывать. Адамантий. И плюс 50 культуры. Mm-hmm.
Так, а что требуется вообще для научной победы? Три, четыре, пять. Это будет шестая. Один слот на стерильный, ну, в принципе, можно. Буду трансфер. О, эту аномалию. Не понял. Как тут аномалию-то эту убрать? Ладно. Арктик можно колонизировать. Так. И могу второго уровня. Так, это у меня не добывается, это не добывается. Вот это добывается. И грибы добываются. Десинхронизация опять делаю. Плюс 10 в системах, 15 ходов. Норм. Как ты заколебал в этой системе мотор? Так, пошли в Дюссей, полетели. Так, давайте-ка это чудо попробуем построить все-таки. Thank you.
150 праха, 50 культуры. А что будет, культуры, когда ворона до нуля хотят за... Модуль умный. Я смогу вторгнуться и... А, просто сразу автоматом, типа, захватишь и... Нет, я не захвачу. Там, короче, на выбор у тебя три опции. А, пожертвовать населением, чтобы восполнить войска, и еще какие-то две. Естественно, если у тебя не остается обороны, то тебе нужно жертвовать населением. Опять десинг. Ну что, делать рассинхрон опять? Так, третьего уровня Академия. Два ресурса. Ну, быстрее увеличивается генерация стратегических ресурсов, добыча. Ну и увеличивает... Давайте на один ход... Меньше здоровья у флота. Слушайте, ну каждый ход уже этот десинг. Может, да, может, и будет постоянно происходить. Может, так пока поиграем? Так. Так, 25 грибов надо. Грибы у меня тут медленно добываются. Сюда надо лететь исследовательским кораблем.
Bring the alien ship to hangar A. А я им летаю, смотрю всякое. Ну, это появившееся из-за того, что я исследовал там местность, как раз специально сюда и прилетел флотом. В Хеке. А, блин, ну тут какие-то пираты мне мешают. Надо теперь туда лететь. А, тут еще появятся пираты. Блин, надо было 5 ходов там повисеть на орбите. Так, ладно. Этот следовательский сюда, этот военный сюда. На этом пока все, играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.